Ассаламу алейкум всем. Вот показываю способ у нас сегодня, значит, шаблон. Вроде нормально, но просто обе руки заняты. Вот смотрела вся история с ним. Ровно получается. Вот так. Целая история. Вот здесь стоит руками, надо все делать. И вот ложим. Вот это первый способ у нас. Тоже особо неплохой. Применяется только у нас. Это дикий, никто не... такие вещи нет. Только у наших ребят. Так, ну, вот смотри. Стучись целый отряд. Вот. Новый способ. Это 21 веке сделано. Это 19 век, а это 21 век. Она рука свободная. Просто отдыхает рука у меня. Тянет и все. Легко, смотри, просто легко. Вот здесь тоже, смотрите. Взял одна рука тоже. Там двумя руками надо. А вот здесь одна рука отдыхает у меня. Ну, взять перестановку, да. И все. Здесь даже стучать не надо особо. Первый положил. Вот это уже просто ложишь и пошел. Просто ложишь и все. Без никаких усилий. И быстро получается. Вместо одного кирпича два можно положить на это. Ассаламу алейкум, всем доброго дня.